Ну ничего, неплохо, потихонечку. Чё там это, да? Проебываем, да, говорят? Правда, нет? Да хуй на это. Ну пока вроде нет, но этот удар, который был по Макеевке, по-моему, в ночь но. С 1 на 1, это полный пи***ц. Но такие случаи уже были, блядь. Наши, походу, этот. Ага. Там просто все можно было грамотно сделать. И людей не подставлять под удар. Ну да. Вот. Грамотно, блядь, и при этом элементарно, понимаешь, элементарно. Да. А типа говорят, типа, вот, типа, военнослужащие звонили, типа, домой, это же все это ерунда, да, не из-за этого. Братан, это одна из причин. Причин много. Причина в том, что близко разместили к фронту людей. Причина в том, что на одну территорию разместили еще и БК, и транспорт, блядь, и соляру. Это все писалось. Причина в том, что они в том числе и звонили, да. Как бы такое большое скопление людей, опа, нихуя себе. Причина в том, что местные, блядь, есть местные, которые сдают. Это гадалки не ходи, понимаешь? Фотографируют, блядь, видео снимают и отправляют кому нужно. А те уже наносят удар. Понимаешь? Да. Вот. Разместили бы людей в лесу, блядь, сделали бы себе землянки, утеплили их, блядь. Вон, сколько кадров по новостям показывают. Землянку сделали в лесу где-нибудь. Есть где жить, есть где мыться, баня, стиралка, пожалуйста, все. Кухня полевая, блядь, все есть. Все замаскировано, хер увидишь. Угу, а там так сделали, да? А там, блядь, просто в старом ПТУ разместили всех, и все, ебать, как хотите. Нахер далеко, а, нормально, ничего страшного, чё Новый год ожидать? Вот, блядь, нежданчик, как всегда, прилетает тогда, когда буки люди расслабляют.